Ну вот, типа, продолжаем наше увлекательное путешествие. И теперь на нас какие-то тамплиеры напали. Даже не знаю, что тут и сказать. Не, ну арбалеты и правду, как будто они... Не знаю, как УЗИ. Просто с них долбит. Ты вообще мог сделать вот так вот. Вот, видали? Этих просто расстреляю. Что за хрень тут у вас вообще происходит? Эй, не смейте, мрази, в меня даже стрелять. Капец. Сейчас не могут сожрать все такое. Вот так вот получили, да? Не на того вы напали, мрази. Так, идем дальше. Ну, не тот, конечно, но все равно. Иди к папочке. Ну что ж за черти такие, а? Ну и стоять. Че? Фига вы не сильные. Вы просто еще одни кушлепки. Блинские. Давай, шел вон отсюда. Че, все, я всех сильнее, всех крутее. Так. Что за этим шлепком бегать? Так, тут что-то, какая-то ловушка. У меня плохое предчувствие. Да, у меня что-то тоже сразу пульсирует. Где не надо. Так, но мы сейчас вернемся, потому что я что-то протупил. Чуть мимо-то не прошел. Он же периодически. Ай, блядь! Блядский! Хуесосина тупорылая, блядь! Ай, ебаный в рот! Сука! Нахуй, есть! Фу, это мне стоило мучений. Пиздец. А, надо прокачаться, да, точно. Так, ну, ставим мечи. Броню. Прокачиваемся.
Так, что мне интересно теперь улучшать? А, вот что улучшал, да. Теперь так, теперь бабу, значит. Убить кровь. Щит крови. Ага, еще не освоен щит крови. Здорово. Значит, что мне надо? Огненная стрела. Да ради бога. Так, что у нее тут? И все. Не густо. Ладно, идем дальше. Ой, нож, меч, вилка, что ли? Все. Блять, просто пиздец какой-то. Бляди. Ничего не достает, но так. Кто там? Ах ты уебан, я думал, ты уже сдох. Ты еще живой. Черт! Че, блять, злоебучая хуетень! Поеботина тупорылая! Хули ты, блять, такая ебанутая нахуй! Мразь беспонтовая. Огоньки, хуйненьки, блядь. Дохните уже все. Мрази. Как вы меня раздражаете. Блядь, снова этот огонь нахуй. Сожру сейчас тебя. Все, иди он, погуляй. Блядь. Рожа твоя мордовская. Так, выбираемся к замку. Где Костелло, старый друг Джереми, который столкнул нас в ту яму? Да, где он? Я хочу повидать его. Так. Еее, гранатки. О, монетка есть. Одна из пяти. Да. Здорово. Фу, блядь. Чуть не упал. А зачем мне назад? Чё-то я не врубаюсь. Здесь твари. Мини-драконы. Я даже не понимаю, что это такое. Есть еще один уровень. Уровни прям набиваются, просто пиздец. Шикарно-то как. Так, вон монета. Сейчас надо будет как-то нам к ней добраться. Думаю, судой. Да. Есть. Еще одна монета. Что-то они стали часто валяться. Как славно, очень славно. О, сундук. Так, что тут у нас еще? Высосим у него кровь. Так, теперь надо экипироваться. Даже не знаю. Вот так, что ли? Так, что они там? Какие умения взять? Так, огненная стрела. А этому хмырю. Чё это? Уклонение! О, да.
Во. Теперь он и правда с крыльями весь. И плечами сейчас не зря так трясет. Ну все, мы дошли до замка копейщиков. Или копейного замка, я так и не понял. Скоро мы спасем девушку и уничтожим мерзких копейщиков. На этом все.